Всем привет, дорогие друзья! На недавно прошедшем стриме разработчики проекта Wizardia показали нам предварительную версию игры, рассказали о героях и еще много чего интересного. Скажу так, игра приобрела значительные изменения по сравнению с тем, что мы видели ранее. И я был настолько впечатлен, что прикупил себе еще одного героя. Ну а в этом ролике я расскажу про то, как я выбирал этого героя, немного про турниры и самое главное, как на этом всем заработать. Ну и в самом конце подведем итоги конкурса, в котором мы разыгрывали 60 долларов среди подписчиков нашего YouTube канала и нашего телеграм-чата. Так, друзья, давайте вот включу я стрим Ама, который прошел совсем недавно. Под эти картинки вам буду все рассказывать. Ну, как я уже ранее записывал, у меня уже было на канале видео про Wizardia, я там рассказывал, кто не смотрел, обязательно посмотрите. Я там рассказывал, что этот проект меня заинтересовал тем, что он похож на известную довольно-таки игру Raid Shadow of Legends, поэтому она меня заинтересовала, эта игра Wizardia, потому что Raid Shadow имеет просто огромнейшую аудиторию, миллионы и миллионы человек. Если ребята, вот эти, которые сейчас как раз у нас с вами на экране, смогут сделать вот то, что они показывают нам, то, что они обещают в анонсах, и игра действительно будет похожа на Raid Shadow, я думаю, что ее ждет огромнейший успех. Поэтому я еще несколько месяцев назад купил себе героев, арену и так далее. Ну, в общем, посмотрите то видео, я там все рассказываю. И сейчас вот обновление Ама, показали нам игровой процесс, вот смотрите на ваших экранах как раз. Кому интересно, можете полный стрим посмотреть, много чего ребята интересного в нем рассказали. Вот, если как бы, ну, нет желания много смотреть, мы специальную вырезку из стрима сделали в текстовом варианте, оформили ее в Google, ссылочку обязательно будет в описании и в нашей телеграм, в нашем телеграм-канале, я сейчас эту текстовый файл тоже покажу вам, в общем, там все в тексте, краткая выжимка, о чем говорили, что нового, что интересного, все есть, вот. Ну, так вот, я вам хочу что рассказать. Хочу рассказать вам про героя, которого я купил. Я купил себе героя одного. Просто когда я выбирал, тогда еще не было вот этих вот игрового процесса, этих видео, ничего не было. И я просто как-то интуитивно выбирал, кто нравится там, по атаке, по защите там смотрел, по вот этим характерам. И сейчас, когда нам показали этот стрим, я вижу, что я купил себе хиллера. То есть тот герой, которого я купил, у него, вот видите, здесь вот они показывают, это вот у него, как эти, абилки, да, способности. То есть это вот он или дамаг наносит, или хилер, или там еще какие-то. Ну, в общем, посмотрите, если здесь внимательно замедленно посмотреть, на паузу поставить, там чуть укрупнить. Вот тут есть описание, каждый герой, вот они его сейчас будут щелкать, и про каждого героя можно почитать его способности. В другом месте я этих способностей описаний пока нигде не нашел. Вот, но исходя из этого видео я понял, что я купил хиллера, ну а с хиллером, я так понимаю, что воевать с одним хиллером как-то не очень хорошо, поэтому я взял себе дамагера, еще одного, взял себе вот этого вот дядьку пузатого, я вот посмотрел на стриме, как он, они сейчас вот будут его, им играть, как он мочит, мне понравилось его урон, в общем, я себе еще одного прикупил, в итоге у меня теперь два героя, и еще одна арена NFT. Так что вот, ребята, вам такой лайфхак. Кто надумает себе героя покупать и не знает, как выбрать, пожалуйста, вот посмотрите. Вот видите, как он мочканул. Дамагер такой, масс-дамагер, да, бьет по всем. Вот, ну вот, в общем, он мне понравился. В общем, вот такой лайфхак. Посмотрите стрим, почитайте вот эти абилити, посмотрите, как вот они в тестовом вот этом бою себя ведут герои, и какой вам по душе уже можете более детально выбрать. Вот, давайте дальше продолжим. Так, давайте теперь расскажу, собственно, как на этом всем деле заработать. Ну и вот, собственно, вот этот вот текстовый документ, который мы с командой специально для вас, друзья мои, подготовили. Здесь вот посмотрите, все по полочкам, все с ссылками, все доступно, расписано про этот проект, все на русском языке, все, как говорится, понятно и так далее. Да? Кому интересно, кто действительно заинтересовался этим проектом, ссылочка будет в описании. Также обязательно добавляйтесь в наш телеграм-канал.
канал и в телеграм-чат, обязательно этот документ там будет. Читайте, ознакомьтесь, а сейчас я вкратце расскажу, что здесь вот есть интересного. Итак, как на этом всем заработать? Ну, зарабатывают здесь на двух вещах. Это на арене, вот арена, генезис арена NFT, на ней можно заработать, и, собственно, на самих героях. Они называются Wizard NFT. Все подробности вот здесь все есть. Почитайте, я так вкратце сейчас расскажу. Итак, как зарабатывать на арене? В общем, как нам обещают разработчики, арена — это вообще пожизненный доход. Пожизненный доход. Ее можно будет сдавать в аренду тем игрокам, которые, собственно, будут устраивать бои. То есть, вот они будут на ваших аренах биться, и вам платить там проценты с комиссии и так далее. В общем, есть специальный даже калькулятор. Все в этой табличке, все ссылочки есть. Заходите, смотрите, там все это рассчитано. Сколько будет вам процент полагаться, сколько вы будете зарабатывать с каждой арены и так далее. Ну, в общем, собственно говоря, это арена, это пассивный заработок, если подвести вкратце итог. И герои, собственно говоря, герои — это ваши бойцы, они участвуют в этих битвах, выигрывают, получают награды, получают призы, скорее всего, какие-то P2E будет контент, да, где-то там какие-то компании, может, подземелья будут проходить, оттуда еще какие-то будут бонусы падать. Ну, в общем, собственно говоря, на героях зарабатываем активно, не пассивно, а нужно активно будет играть и что-то там зарабатывать. Дальше, смотрите, важный момент, ребят, по ссылочке, есть ссылочка, у меня специальная ссылочка, по ней получите 5% скидку при покупке героя. Если вот кто-то надумает прикупить или подкупить и так далее, не забываем, 5%, как говорится, в хозяйстве пригодятся. Ссылочка будет, опять же таки, в описании, и здесь в табличке все-все это есть. Вот, также важный момент, ребят, есть заработок, как обещают нам разработчики, до выхода игры. То есть это вот все наши, то, что мы покупаем, да, они автоматически, вот видите, тут табличка есть, они автоматически стейкаются. К сожалению, сейчас это нигде увидеть нельзя, но, как говорят разработчики, когда выйдет альфа-версия игры, нам вот эти вот наши проценты за то, что мы купили, они там стейкались каждый день, нам капали, нам эти проценты вот начислят. Вот она, специальная табличка, видите, смотря в каком раунде вы покупали NFT, в соответствии с этим вот определенный будет процент начисляться еще до выхода игры. Поэтому вот такая вот тут схема заработка. Еще очень частый вопрос, который мне задают и в личку, и в комментариях спрашивают, как увидеть свои купленные NFT. То есть вот мы ее покупаем, вот здесь инструкция есть, скидочку получаем, а где посмотреть, что они у нас есть? И на этот вопрос, друзья мои, есть ответ в нашей волшебном документе. Вот здесь вот полная инструкция. Скажу только, что, к сожалению, добавить можно только на мобильном телефоне. То есть вам нужно для этого MetaMask на мобильном телефоне. Там вот в соответствии с этой вот инструкцией все написано, все подробненько. Добавляем. И в MetaMask на мобильном телефоне вы уже увидите, собственно говоря, свои NFT-шки. Или же через вот BSC-скан там можно, ну, без картинок, просто, как говорится, транзакции это все дело увидеть. Поэтому вот, собственно, у кого есть, можете воспользоваться инструкцией и посмотреть на приобретенный вами NFT. Ну, вот и все, друзья мои, на этом, пожалуй, все. Вот такое вот коротенькое видео. В общем, добавляйтесь в Telegram, смотрите вот этот документ замечательный. Вот смотри, тут все есть и про редкость героев, и про ранг, и про атрибуты, и про способности, в принципе, есть. Там про какие-то основные стратегии, как будут проходить битвы. Все-все это мы с командой потратили там целый день, нашли эту информацию, всю на русский язык перевели. И для вас, уважаемые наши друзья, все это дело выкладываем абсолютно в доступный доступ. Вот, извиняюсь, да. Пожалуйста, заходите, смотрите, подписывайтесь на Telegram, на канал, ставьте обязательно лайк, стучите в колокол, чтобы не пропускать, и не забывайте про 5% скидочку. Ну и еще у нас сейчас будет розыгрыш призов $60. Напоминаю, мы проводили там целую неделю конкурс, там были определенные задания, конкурс завершился, и сейчас я этот розыгрыш проведу и определю победителей.
Итак, друзья, настало время подвести итоги нашего конкурса, где мы разыгрываем $60 среди подписчиков нашего YouTube-канала, среди участников нашей Telegram-группы и нашего Telegram-чата. Итак, хотел сделать на стриме в прямом эфире, но стрим не получился, и уже следующих выходных я не стал ждать, поэтому делаю записи. Итак, вот он наш конкурс, и сейчас мы определим трех победителей. Вот здесь все честно, все Глимайо сам определяет случайным методом, чтобы вы не думали, что мы там что-то подстроили или и так далее. Ну вот, собственно говоря, друзья, победители на ваших экранах. С вами мы свяжемся по электронной почте и напишем дальше инструкции, как вы можете получить свои деньги.